Экологически чистый район, развитая инфраструктура, жилой комплекс европейского уровня «Пироговская ривьера». Квартиры в рассрочку без первого взноса. Почему ты плачешь, принцесса? Бегла холомот. Из-за снов. Эм афридим. Они страшные? Меод. Очень. Они эзо. Я помогу. Эх. Как? Има о. Со светом. Кукольную принцессу Соню мучают кошмары. Избавить от них может портной сновидений. Принцесса ищет его разными путями, летает во снах и в итоге находит. Представление наполнено магией. Актеры за 45 минут создают целый мир, в котором зрители, маленькие дети, находят ответы на многие вопросы. В Израиле этот фантастический спектакль уже завоевал любовь малышей. Ребятишки часто видят плохие сны. После спектакля дети влюбляются в наших персонажей, в их волшебство и спят сладко. Кукольным спектаклем «Портной сновидений» открылся юбилейный 10-й фестиваль «Гаврош». В этом году он распахнул свои двери для детских театров из Израиля. Лучшие коллективы из Иерусалима, Тель-Авива, Мадеина и Холона за 10 дней покажут около 40 представлений. Каждый год мы знакомим нашего зрителя с культурой какой-то отдельной страны. Это, на мой взгляд, именно в этом уникальность этого фестиваля. Это совершенно гениальная идея Марины Райкиной и Терезы Ганнибаловны Дуровой. То, что вот каждый год привозить именно какую-то страну. Детишки увидят современный танец, кукольный, предметный и литературный театр, клоунаду и смелые эксперименты. Часть спектаклей будут показаны в больницах. В Израиле это общепринятая практика, когда театр стоит на страже здоровья детишек. Мы будем сделать мастер-классы. У нас в Израиле довольно развитая такая тенденция – это клоуны-врачи. И в рамках этого фестиваля мы также заботимся о детях, которые не смогут посетить, и поэтому придем к ним в больницу. И, во-вторых, мы также познакомим врачей в этих больницах, которые заинтересованы узнать, какая идею клоунов, врачей-клоунов. Мы их познакомим с этой инициативой, и мне кажется, что это интересно и особенно. Мы отмечаем в этом году 25-летие дип-отношений, и наша инициатива, стараемся привлечь и привести это на всех уровнях. Организаторы уверены, что юбилейный «Гаврош» запомнится маленьким зрителям своими фантастическими и яркими постановками. Они будут радовать детишек до 2 октября на трех сценах театриума на Серпуховке, театров «Современник» имени Евгения Вахтангова, имени Моссовета и «Луны».